Еще раз здравствуйте всем. Меня зовут Лена, я в Startup Network занимаюсь маркетингом и организацией ивентов. Пару слов о том, каков сегодня формат, сколько проектов. Представлю наш экспертный совет сегодняшний, представлю партнеров мероприятия и начнем. Значит, сегодня выступает 11 стартапов в формате 3 на 3. 3 минуты на выступление автора проекта и еще 3 минуты на вопросы экспертов и вас, ваши вопросы, гостей из зала. Что по экспертам? Это у нас отборочное мероприятие. Вот каждая ежемесячная битва, она считается отборочным мероприятием. И два раза в год, осенью и весной, мы проводим финал. В финале выступают победители ежемесячных битв. У вас, кстати, у всех анкеты должны быть там, если вы взяли на входе. Вы там голосуете, отмечаете, какой проект больше понравился. Завтра мы подсчитаем итоги и определим двух победителей сегодняшней битвы. Один отдельно посчитаем голоса экспертов и отдельно посчитаем голоса тех, которые вы проголосовали. Эти победители, вот каждого месяца победители выступают в финале. И плюс в финал можно попасть, оплатив там, если вы не участвовали ежемесячно в мероприятии в отборочном, оплатив регистрационный взнос, вы можете попасть в финал напрямую. Что касается наших экспертов сегодня, вы с большей частью, наверное, уже познакомились. Александр Сорока, CEO Startup Network. Александр Нестеренко, технический директор хардвер-акселератора Carrot, основатель АПКБ. Алексей Майс, эксперт в области интернета и мобильных разработок. Алексей Геращенко, предприниматель, бизнесмен и консультант, преподаватель финансов в ГИО Могилянской бизнес-школе. Алексей Подойницын, Валерия Макатария, руководитель студии по мастерской инновации. Вита Кравчук, CEO студии B2B решений Крейфхаб. Вита ушла. Так, Евгений Нетреба сейчас подъедет. Это аналитик из фонда Черновецкого. Катерина Дегтяр, уже знакома с вами, бизнес-аналитик из инкубатора OneBiz. Максим Афинин, руководитель персональной инкубационной программы Юрайс. Наталья Владимирова, управляющий партнер патентно-правовой фирмы Primo Veritas. Олег Гончаренко, руководитель персональной игровой инкубационной программы. И Романа Магухина еще ждем. Вот. Теперь, что касается, кто поддерживает наши мероприятия, наши постоянные и партнеры. Во-первых, благодарность бизнес-школе Грок, это наш постоянный партнер, который нас здесь располагает и принимает ежемесячно. Компания и патентно-правовая фирма Primo Veritas в лице Натальи Владимировой. Да, сегодня будет, кстати, сертификат, подарок тому проекту, который, там, по мнению Наташи, понравился больше всего. Business People, агентство событийного маркетинга, Зита присутствовала уже.